Лидер Национального фронта Марин Ле Пен обещает признать Крым российским, если она станет президентом Франции. Такое заявление она сделала в интервью телеканалу RT. Прокомментировала Ле Пен санкции в отношении Москвы. Назвала их глупыми и отметила, что противников ограничений в Пятой Республике с каждым днем становится все больше. А еще Ле Пен поделилась мнением о кандидатах в президенты Соединенных Штатов Америки и о будущем Евросоюза. Так, по ее словам, победа Хиллари Клинтон станет худшим сценарием как для Америки, так и для Европы. Что же касается ЕС, Ле Пен убеждена, что Союз разваливается изнутри. Одной из главных причин она назвала неконтролируемый поток мигрантов.